Комментарий, оставшийся без комментария других пользователей, попадет в следующее видео. Привет, ребят! Представляю вам 10 фактов или же больше о панде, которую недавно добавили в Майнкрафт. Панды спаунятся исключительно в новом биоме бамбуковые леса, в группе от 1 до 2 особей. Основной пищей панд является бамбук, который вы можете получить из стеблей бамбука. Также панды еще едят и торты, но только тогда, когда они не голодные. Панда с коричневым окрасом является самой редкой. Панды размножаются только тогда, когда возле них находится бамбук. Без него они заводить детенышей не будут. Также они имеют различные черты и особенности поведения. Они могут быть ленивыми, игривыми, радостными, грустными или агрессивными. Эмоции панд можно с легкостью распознать по их лицам, в частности по форме их губ и бровей. Все панды, кроме детенышей, нейтральны к игроку, так что если вы случайно ударили это безобидное на вид создание, ждите сдачи. Агрессивные панды будут заступаться за своих сородичей и будут преследовать игрока до тех пор, пока не убьют, или же игрок не выйдет из их поля зрения. Детеныши панд могут чихать, пугая этим своих родителей и прочих взрослых панд. Изначально панду хотели добавить только в китайскую версию игры. Ее выбрали путем голосования, в котором участвовало еще 4 моба. Это аллигатор, золотая обезьяна, белогубый олень и белый дельфин. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Мистер Баф. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До свидания.